В школе номер 36 открылась мобильная территория. Благодаря участию в конкурсе «Школьная инициатива» там оборудован кабинет для внеклассных занятий. В основе проекта – предложение учеников по модернизации школьного пространства. Конкурс «Школьная инициатива» направлен на поддержку идей по развитию школьной инфраструктуры. Владислав Федотов – один из активных разработчиков концепции преображения кабинета для внеклассных занятий. Над проектом ученики работали почти год. Нужно было не только доказать его актуальность, но и подготовить экономическое обоснование затрат на реализацию. Часто оставались чуть ли не до вечера, до 7 вечера, уходили с последними учителями, создавали смету, думали, как что лучше сделать, чтобы было красиво, аккуратно. Много было очень сделано вручную, начертаний на листочках, компьютерная графика. Мобильная территория поделена на 4 зоны. Кинотеатр, где школьники могут просматривать обучающие фильмы, презентации, фитнес для занятий спортом, зону для изучения правил дорожного движения и творческую мастерскую. Школьники на специальных откидных столиках имеют возможность заниматься творчеством, лепкой, изобразительным искусством. Такие педагоги у нас тоже имеются, и теперь есть место для таких действий. В прошлом году, когда конкурс «Школьная инициатива» был только запущен, на муниципальный этап представили свыше 100 проектов. Ученики 36-й школы смогли попасть в число победителей. Очень хорошая инициатива. Она победила в многочисленном конкурсе проектов. И мы очень рады, взрослые, что сегодня этот проект полностью реализован, и мы участвуем в его открытии. Надеюсь, что эта школа будет территорией, где будут реализовываться и другие проекты. Всего в финал конкурса «Школьная инициатива» вышли 13 общеобразовательных учреждений Твери с самыми разными проектами, посвященными созданию химической лаборатории, комнаты психологической разгрузки, автодрома, теплицы и многого другого. Знаем правила движения, как таблицу.